В Мариинском театре сегодня прошла репетиция выпускного бала Академии русского балета имени Вагановой. На исторической сцене будущие звезды танцуют впервые. Многие сильно волновались, и дело не в костюмах или особой атмосфере зала. Еще ни разу в своей жизни юные танцоры не участвовали в таких сложных постановках. В выпускной программе классическая симфония, консерватория, венгерская рапсодия и пахита. За репетицией наблюдали родственники, друзья молодых артистов и, конечно, педагоги. Ректор Вагановки Николай Цискоридзе и художественный руководитель академии Жанна Аюпова. Программа очень большая, как всегда. Это большие полотна и, в общем, новые вещи для нас. Большая работа была проведена, потому что все пришлось, как бы один балет, только консерватория знаком была, остальное все учили заново. Я очень счастлив. На самом деле, с каждым годом все счастливее и счастливее становился сам, потому что я понимал, насколько это важно. По словам педагогов Академии русского балета, многие воспитанники уже сделали свой профессиональный выбор, решили выступать на российских сценах. Лучшие выпускники новый сезон начнут в труппах Большого и Мариинского театров.